Друзья, всем привет! Привет! В этом видео мы покажем весь процесс подготовки к нашему первому Новому году в Америке. У нас не получилось приехать в Россию в этом году, поэтому мы решили, что будем отмечать здесь, пригласим друзей и попробуем сделать этот праздник как можно более уютным и домашним, хоть мы и совсем не близко к дому. И начали мы, конечно, с покупки ёлки! Мы едем на елочный базар Три-Сити в нашем городе Мэдисон. Удивительно, что у этого базара есть свой сайт, где мы и нашли всю необходимую информацию. Удивительно потому, что в России мы привыкли к другому. Вышел из дома и купил самую красивую елку на районном привале. Три-Сити оказался очень маленьким, но абсолютно все елки там красивые и стоили недорого. Очень красивая. Пушистая. Этот мини-фургон – касса, где можно оплатить покупку. Наша елка, а точнее белая сосна, обошлась нам всего в $40. Но самое крутое здесь – это сервис. После покупки нас спросили, как именно мы хотим вести дерево внутри салона или на крыше, и предложили больше ни о чем не беспокоиться. Привязали и пожелали Merry Christmas. Купили нашу первую елку. Ты рад? Да. И я. Вот едем теперь с веревкой. И сзади такая же. Теперь пора купить украшения. Ну что, какие берем? Давай, бери снежинки, бери бантики, бери оленей и машинки тоже. И снеговиков. Ого, это целый ярд сникерсы. Да, можно много набрать, и будет футбольное поле. Вау. Американцы любят самостоятельно заворачивать подарки, поэтому оберточной бумаги здесь очень много. Санте, нужно остановиться. Тебе звонят. Так, звонят. Санта Северного полюса. Алло. Ой. Ладно. Кажется, там хотят поговорить с тобой. Hello. Почему я раньше такое не встречала? Смотрите, праздничный штопор, праздничная открывашка и праздничная затычка для бутылки. Надо брать. Была бы у нас собачка, нарядили бы их собакой. Самое главное, мы купили подставку для елки. Класс, поехали ставить елку. Для того, чтобы поставить елку, надо все тут преобразовать немножко. И... вот так у нас получилась перестановка. Теперь мы дадим елке отдохнуть ночь, она расправит свои веточки, а завтра мы ее будем наряжать, потому что у нас полночь, пора спать. А вот чем мы будем украшать елку. У нас есть сушеные апельсины на ниточках, олени маленькие, снежинки, разные бантики, цветные и темные шишки. Вот такая игрушка с Дедом Морозом. Разного рода фигурки, потом снежинки и немного шариков. Все игрушки мы купили по фиксированной цене в $1.98. Апельсины я сушила сама в духовке и просто потом привязала к ним бечевки. Можно начинать украшать. Для настроения, конечно же, включаем рождественскую музыку. Вот такая елка у нас получилась. Давайте поближе посмотрим.
Для начала задекорируем свечи дома. Нам понадобится свежая клюква, свечи в подсвечниках или без, бечевка, палочки корицы, хвойные веточки и клей. Декор будет очень простой. Я обвязываю несколько раз бечевкой подсвечник со свечой, вставляю вовнутрь палочку корицы, с другой стороны вставляю веточки хвойные и завязываю все на узелок. Обязательно срезаю все лишнее, чтобы не было неровностей, и затем на суперклей сажаю одну ягоду клюквы. Вот такие красивые зимние свечи у нас получились. Дальше нужно обернуть в подарочную бумагу маленький сувенир для наших друзей, которые придут 31-го. Вот такие яркие подарки у нас получились. В качестве декора я также использовала бечевку, ягоды клюквы и хвойные веточки. Дальше приступаем к еще одному важному занятию – выпеканию пряничного домика. Точнее, не выпеканию, а собиранию его. Я много раз пекла пряничные домики в России, и выпекать приходилось все – стены, крышу, в общем, все детали, все запчасти дома. А в Америке оказалось, что есть готовые наборы, в которых уже все готовое, выпеченное, все есть. Значит, я купила этот набор долларов за 5, не больше. И в нем есть запчасти для 4 мини-домиков, есть кондитерский мешок с глазурью и разные конфеты. Вот часть для 4 домиков, большой мешок с уже готовой глазурью, кондитерский мешок с насадкой, разные конфетки и, конечно же, подробная инструкция, хотя она, возможно, и не понадобится, все должно быть просто. Из своего оборудования я взяла емкости для маленьких конфет, пинцет и большое блюдо, куда я буду складывать домики. Ну что, начинаем. Еще из полезного вам понадобится хороший новогодний фильм, конечно же, елка рядышком. Ну и приятный свет. Не блогерский, но зато очень уютный и домашний. Украшение праздничного стола или камина пряничными домиками – это еще одна хорошая семейная традиция в Америке. В любом магазине подаются самые разные наборы не только домиков, но и целых замков из пряничного теста. Это отличный повод собраться всей семьей вместе и сделать что-то красивое своими руками. Пока я укладывала пряничные домики на блюде, я поняла, что его не хватит для того, чтобы красиво разложить все 4, поэтому пришлось менять тарелки. И теперь наступает самая интересная часть – это украшения. Вот такая красивая, яркая, праздничная, пряничная деревня у меня получилась. Пряничные домики создают прекрасную атмосферу праздника, поэтому они как нельзя кстати в любом доме. И что это мы тут делаем? Ты что тут делаешь? Это все на Новый год. Ладно. Наконец-то 31 декабря. Накануне шел сильный снежный буран, а значит, последний финальный ингредиент праздничного настроения прибыл. Для начала с трудом откапываем машину, а потом принимаемся за уборку дома. Alexa, switch on some Christmas music. Часа дня отвлекаемся, чтобы послушать президента, встретить Новый год по России и выпить шампанского. Ура!
а затем приступаем к приготовлению праздничного стола по меню, которое я составила заранее. Кстати, кроме обычных закупок, мы также заехали в русский магазин и купили там маринованные грибы, селедку, плавленые сырки, банку красной икры и пару сырков по Юлии Александров. Я не буду показывать весь процесс приготовления блюд, но если какое-то вас заинтересует, я с удовольствием поделюсь рецептом в комментариях. Итак, на этот Новый год я приготовила брускетты с тунцом, оливками и зеленью, закуски елочки из плавленного сыра на крекерах с гранатом, оригинальную бутербродную вариацию селедки под шубой, а точнее на шубе, конечно же бутерброд с икрой, закусочный торт с копченым лососем и сливочным сыром, целую тарелку, похожую на рождественский венок из разных видов канапе, как с мясом, так и без для тех, кто его не ест, а также салат из крабовых палочек, поданный в форме шишек. На горячее я сделала котлеты по-киевски, потому что в Америке это блюдо точно не просто найти. А на десерт я испекла праздничный пряный морковный торт с ананасами, орехами и прослойкой крем-чиз. Вместе с праздничной сервировкой стол получился очень красивым, а когда пришли гости, еды стало в несколько раз больше. Речь президента мы нашли на Ютубе, там же нашли бой курантов и гимн. Необычным было не только то, что мы праздновали Новый год на 9 часов позже, чем все наши родственники и друзья в России, но и то, что после полуночи наступила тишина. Это наш первый Новый год без салюта. Более того, чтобы пустить какой-либо снаряд в воздух здесь, в Америке, нужно запрашивать специальное разрешение. Мы обошлись цветными бенгальскими огнями. Первый Новый год в Америке. Мы очень рады, что у нас здесь есть уже новые друзья, с которыми мы можем провести даже такие семейные праздники, как Новый год вместе. Но надеемся, что в следующем году обстановка в мире станет легче, и мы сможем все-таки отмечать праздники в России дома. Да, в наступающем новом году желаем вам в первую очередь здоровья. Не болейте, побеждайте все вирусы, ставьте перед собой четкие цели и достигайте их. И также спасибо, что были с нами в этом году, смотрели наше видео. Всего вам самого-самого хорошего.